священной войне, а мы с вами находимся на священной войне. Мы победим в этой священной войне. Против нас воюют кто? Люди, которые... İşğalçı Rusiya ordusunun tərkibində vuruşan, Ukraynaya yeni göndərilən kadrovçuların görüntüləri yayılıb. Döyüşçülərini ruhlandırmağa çalışan kadrovçu, Ukraynanın şeytana sitayiş edən və LGBT təbliğatçısı kimi təqdim etməyə çalışır. На священной войне, а мы с вами находимся на священной войне. Мы победим в этой священной войне. Против нас воюют кто? Люди, которые говорят, что их не Бог, это сатана. Сатанисты воюют против нас. Люди, которые нам навязывают, что мы с вами должны ходить на ЛГБТ-парады, что у нас дети должны быть непонятно кем, ЛГБТ-шниками, чтобы у нас были гей-парады.